Местность над речкой Матта, что находится между мостами пешеходного пути, была всегда излюбленным местом жителей Бердигистяха. Сегодня в этой прилегающей территории усилиями местных жителей заложена аллея здорового образа жизни, что придаст бодрости и настроение жителям села. Акция посвящена неделе трезвости и конгресса «Арктика без алкоголя», которые с успехом прошли по всей республике. Стоит отметить, что Минпромторг предлагает вновь разрешить продажу алкоголя рядом со школами, клиниками и стадионами. Поэтому такая акция особенно важна для подрастающего поколения. Тем более, когда в Горном Улусе с нетерпением ждут 2021 года, когда состоятся игры «Манчары». Эти деревья будут показывать всем пример, то, что нельзя курить, пить, ну и принимать наркотики. Какие чувства у тебя? Ну, устал. Думаю, эти березы будут служить пример для всех.